Обзор за минуту. Paper Mario, Sticker Star. Готовы? Погнали! Она хороша, но не та RPG, которую вы ожидаете. Например, в боевке отсутствуют многие элементы RPG из прошлых игр серии. В игре нужно собирать стикеры и использовать их в бою, и как только вы используете один, он пропадет. Так что игра больше о менеджменте ресурсов, чем о стратегии и повышении уровня. Тут практически нет поощрений за битвы. После боя вы получаете только монеты, а потратить их можно только на стикеры. Из-за этого аспекты RPG сводятся к минимуму, но здесь все равно достаточно различных сайд-квестов. Игра легкая, за исключением битв с боссами. При битве с ними сложность резко возрастает. Но игра хорошо выглядит, 3D-эффекты потрясные, и музыка очень даже запоминается. Играть в нее увлекательно, и я точно рекомендую ознакомиться с ней или купить, если найдете хорошую цену. Если пересилить малое количество элементов RPG и принять ее такой, какая она есть, то это хорошая игра, которая стоит вашего времени. Paper Mario Sticker Star получает 7 из 10. Перевел рейд, озвучил Гаррет.